Перекресток Комсомольского проспекта и улицы Строителей можно по праву назвать одним из самых загруженных. Отсутствие здесь светофоров и пешеходные переходы по кругу делают движение на этом участке проблематичным. В час пик здесь и вовсе бывают пробки. Автобусы Башавтотранса с трудом разворачиваются к остановкам и с таким же трудом выезжают, создавая еще большие заторы. На официальном сайте одной из городских газет появилась информация о том, что в скором времени в Нефтекамске появится новый перекресток. Согласно их материалу, проспект Комсомольский должен быть продолжен, пересекая улицу Строителей до улицы Трактовой. Такому неожиданному развороту автомобильного потока водители бы были только рады. Ну, это думать надо, здесь перекресток надо бы, да, положить, ну, надо. А тут бы разгрузило бы. Однако это так легко только в теории. Для того, чтобы такой перекресток появился на самом деле, а не только в мечтах водителей, потребуется перестроить весь участок. На пути возможной дороги располагаются капстроения, остановки, а также теплотрасса. Как пояснили нам в городской администрации, статья о возможной перекрестке не больше, чем слух и дезинформация. Конечно, подобная транспортная развязка была бы городу не лишней. Только вот лишних денег в бюджете на такие дорожные маневры нет. Хватило бы средств привести в порядок уже имеющиеся дороги. Полина Сюткина, Ренат Ямакаев. Информационная программа «Время новостей».